У меня в гостях Ахмет Супьянов, Аргунский мясокомбинат. Ахмет, скажите, пожалуйста, чем уникальна продукция вашего мясокомбината? Ну, во-первых, это экологически чистый продукт, соответственно, всем требованиям халяля. А какую линейку продукции вы привезли к нам на выставку ProdExpo? На выставке у нас представлено более 30 наименований продукции. Это варенки, колбасы, деликатесы. И какие цели вы перед собой ставите на выставке ProdExpo? Да. Ну, на данный момент мы работаем только по Южному федеральному округу и Северокавказскому. Да? И в ближайшее время мы планируем выход на всю Россию, а также очень много запросов с ближнего, дальнего зарубежья, потому что сама продукция халяль уже востребована, ну, можно сказать, уже во всем мире. Есть ли уже какие-то договоренности в рамках выставки ProdExpo по реализации вашего продукта? Да, есть. Уже есть даже с Ближнего Востока, Дальнего Востока, да, вот очень много сетей подходило к нам насчет закупки продукции в общем. Да, очень много договоренностей у нас на данном мероприятии. Ахмет, и скажите вот потребителям, которые сейчас нас смотрят, где вас можно найти в рамках выставки? Да, у нас 8-й павильон, 4-й зал. Приходите и попробуйте сами продукцию Аргунского мясокомбината. Ахмет, спасибо огромное. Спасибо. Убежали от меня. Нам?